Глубоко уважаемые коллеги, наконец, здравствуйте. Разрешите представить вашему вниманию сообщение, как мы обследуем пациентов во время иммунотерапии. Я также хочу выразить признательность и благодарность за приглашение принять участие в этой конференции. Коллеги, препаратов иммуно-онкологических уже 9. Классов действия 4, десятки показаний, десятки тысяч пациентов получают иммунотерапию по поводу онкологических заболеваний. К сожалению, помимо замечательной эффективности, сталкиваются наши пациенты еще и с токсичностью. Не всегда токсичность развивается у пациента по расписанию. Иногда это происходит и через год после начала лечения, а иногда даже через 2. Поражаться может любой орган, любая система органов. Доктор в любой момент времени должен быть готов ко всему. В идеале он должен обладать рентгеновским зрением, видеть пациента насквозь. Но мы будем пользоваться алгоритмами, которые будут безопасными для диагностики осложнений, и они также не будут огорчать ОМС-инспектора, который проверяет вас. Итак, к вам пришел пациент, мы собираем анамнез, наверное, как для лечения любого заболевания, но в случае иммуно-онкологической терапии мы делаем упор на аутоиммунных заболеваниях. Они не являются строгим противопоказанием, но мы за таким пациентом должны более внимательно наблюдать. Мы должны проверить, а нет ли патологии со стороны эндокринной системы, что скажет пациент, со стороны желудочно-кишечного тракта, со стороны печени, кожные заболевания, может быть, есть распространенные грибковые или паразитарные инфекции, может быть, есть патологии со стороны органов грудной клетки. Может быть, раньше пациенту проводилась химиотерапия, которая влияла на легкие. Может быть, проводилась лучевая терапия, и у пациента есть послучевой пневмонит. Все это тревожные звоночки, которые могут позволить нам более внимательно наблюдать за пациентом во время иммунотерапии. Вот вы расспросили пациента, выявили какие-то проблемы. Паразитарное грибковое поражение кожи, например, у пациента на фоне глюкокортикостероидной терапии по поводу токсичности предшествующей. Вы ее выявили, вы ее подлечили. Конечно, помимо расспроса, вы подробно осматриваете пациента и находите подтверждение той информации, которую вы выяснили. Важно, перед началом иммунотерапии мы пациента обследуем. И здесь краткий алгоритм. Обратите внимание, каждый раз мы пациенту делаем общий анализ крови. Мы делаем пациенту биохимический анализ крови. Посмотрите, какая узкая панель. 6 показателей всего. Белок, АЛТ-АСТ, билирубин, креатинин, глюкоза. Посмотрите, никакого КФК, никакого цирреактивного белка, никакой липазы, амилазы, которую мы так любим делать во время клинических исследований. Для того, чтобы начать лечение, это делать не обязательно. Но если есть подозрения на какие-то проблемы, и вы хотите более широко использовать диагностические возможности, пользуйтесь, но это не обязательно. Нам важно проконтролировать также общий анализ мочи, гормональный статус. Достаточно всего лишь ТТГ. Если он нормальный, ну и замечательно. Если он ненормальный, сделали Т3, Т4 свободный, проконсультировались у эндокринолога, скорректировали эндокринологическую патологию и думайте о начале лечения. Конечно, для женщин важно тест на беременность. Антитела проникают через плаценту, влияние на плод неизвестно, поэтому это важно контролировать до иммунотерапии. Мы также пациента обследуем по органам. Что нам важно, мы обязательно делаем ЭКГ, не потому что нам интересно, как работает сердце, а потому что мы должны зафиксировать состояние проводящей системы сердца до начала иммунотерапии. В первую очередь она страдает в случае иммунопосредственного поражения миокарда. Мы также обследуем органы грудной клетки, но пациент по поводу основного заболевания получает обследование, поэтому, естественно, КТ органы грудной клетки у пациента должно быть. Если какие-то отклонения по анализам, по расспросу, по осмотру вы обнаружили, конечно, можно использовать любые дополнительные обследования, но не слишком увлекайтесь, у пациента мало времени, ему скорее нужно начать специфическую терапию. Мы начали иммунотерапию. Перед каждым введением мы делаем его раз в 2 недели, может быть, раз в 3 недели, раз в 4 недели или раз в 6 недель. Но перед каждым введением мы контролируем состояние пациента, жизненно важные показатели. Общий биохимический анализ крови каждый раз контролируем. Узкая панель 6 показателей. Периодически мы контролируем ТТГ. Мы периодически по показаниям, если есть какие-то проблемы, контролируем общий анализ мочи, ЭКГ, можем сделать эхо, можем сделать компьютерную томографию. Но обратите внимание, спектр обследований в отсутствии дополнительных проблем довольно узок. Однако у пациента какие-то проблемы, вы что-то заподозрили, что-то вам не нравится. В первую очередь нужно исключить альтернативные причины. Нужно подтвердить наличие иммунопосредственного осложнения. И нужно уточнить степень тяжести. И далее мы можем приступать к специфическому лечению.
Но, коллеги, как обследовать пациента в случае развития того или иного иммунопосредного нежелательного явления? Я пробегусь по некоторым частым важным осложнениям. Диарея и колит встречаются часто, вы уже это видели. У пациента понос, надо его обследовать. В первую очередь мы делаем колоноскопию. В разных рекомендациях по-разному рекомендуется эта процедура. Но на самом деле желательно делать это как можно скорее. Если у пациента есть язвы на фоне колита, это фактор прогноза возможной рефрактерности глюкокортикостероидом, когда нужно назначать следующую линию иммуносупрессивной терапии. Сделали колоноскопию и посмотрите на правую половине слайда, какой список дополнительных обследований. И посев кала на патогенную кишечную группу, и токсины Clostridium difficile в стуле, и капрограмма, и фекальный кальпротоксин, и биопсия слизистой. Конечно, эти обследования займут какое-то время, но вы можете сделать быстро колоноскопию, вы можете начать глюкокортикостероидную терапию, и пока вы получаете результаты обследования остальных анализов, у пациента уже может быть эффект на глюкокортикостероиды, а может быть нет эффекта, а может вы выявили у пациента другую инфекцию, вы-то в таком случае скорректировали иммуносупрессивную терапию, добавили антибиотики при необходимости, но действовать нужно быстро. Следующее осложнение. Гепатит. Как мы его замечаем? Да мы его никак порой не замечаем. Анализы делает пациент, а ЛТ-АСТ повышен. Могут отсутствовать какие-либо симптомы. Поэтому важно перед каждым введением сделать анализы, биохимический анализ крови проконтролировать не для ОМС-инспектора, а для безопасности пациента. Надо обязательно посмотреть на эти анализы. Потому что если там ЛТ-АСТ 200, 300, 500, нужно обследовать пациента. А с чем это связано? Нужно оценить состояние печени. У нас есть УЗИ, у нас есть контент с контрастом, у нас есть МРТ с контрастом, прямовист, гепатоспецифический контрастный препарат. Мы должны проконсультироваться, если у нас не получается справиться с этим гепатитом, с гепатологом, с инфекционистом. Мы должны проделать ряд анализов, исключить вирусные гепатиты. А при помощи методов визуализации мы зачем это делали? Мы оценивали распространенность болезни, нет ли метастаза в печени, нет ли внутри в ней печеночного холестаза, нет ли тромбоза печеночных вен, нет ли других причин для развития такого поражения печени. Мы, если усложнилась наша диагностика, можем даже сделать всякие аутоиммунные антитела для дифференциального диагноза. Но в любом случае при гепатите мы также должны действовать быстро и назначать своевременно и быстро иммуносупрессивную терапию. Коллеги, следующее осложнение – пневмонит, оно встречается несколько реже, но спектр его обследований довольно небольшой. Мы сделали КТ легких, вот, собственно, и все, что нам нужно для диагностики пневмонита. Но на практике не все так просто. Вот попробуйте отличить, это пневмония или это пневмонит, или это пневмония на пневмоните. Дифференциальная диагностика может быть сложной, но мы знаем, как диагностировать пневмонию, как проводить дифференциальный диагноз, подключаем все наши возможности. Коллеги, следующее осложнение – гипофизит. Встречается довольно часто, особенно на фоне комбинированной иммунотерапии. И как мы его можем заподозрить? У пациента неспецифические симптомы, какая-то слабость, какая-то утомляемость. Мы в первую очередь контролируем гормоны, кортизол, КТГ, которые, как правило, снижены вследствие иммунопосредственного поражения, воспаления гипофиза. Мы можем дополнительно контролировать дополнительные гормоны, ТТГ, фолликулостимулирующие, лютонизирующие гормоны, тестостерон даже у мужчин. Мы обязательно контролируем общий биохимический анализ крови, контролируем уровень электролитов, калий, гиперкалиемия, гипонатриемия, гиперкальциемия у пациента может быть на фоне гипофизита. И можно дополнительно сделать еще МРТ гипофиза с внутривенным контрастированием. Гипофиз воспаляется, увеличивается, становится неоднородным. На МРТ мы можем это заметить, хотя это довольно сложно сделать. Мы также в случае гипофизита можем исключить у пациента несахарный диабет. Да? У пациента может быть полиурия, полидипсия. Мы контролируем общий анализ крови и оцениваем объем суточной мочи. Следующее осложнение – гипотиреоз, гипертиреоз. Обследовать его довольно просто. Мы каждые несколько месяцев делаем пациенту ТТГ и сможем заметить понижение или повышение этого показателя. И при необходимости расширить спектр обследований до свободного Т3, Т4, до сцинтиграфии щитовидной железы, если мы подозреваем деструктивный тиреоидит. Мы можем сделать специфические аутоантитела и исключить или подтвердить наличие иммунопосредственного поражения щитовидной железы. Здесь нет срочности, нет необходимости назначения глюкокортикостероидной терапии, но заместительная гормональная терапия пациентам, как правило, нужна. Коллеги, следующее осложнение, редкое, но грозное, это нефрит.
Мы как его замечаем? Мы делаем биохимический анализ крови. У пациента без симптомов повысился креатинин. Мы начинаем обследовать дальше. Делаем общий анализ мочи. А там белок. Нам нужно оценить суточную протеинурию. Мы можем собирать сутки мочу. А можем сделать анализ соотношения белка к креатинину в моче. Простой, легкий способ оценить суточную протеинурию. Мы можем исследовать почку. Можем сделать УЗИ, можем сделать биопсию. Но привлекаем нефролога и назначаем всю ту же иммуносупрессивную терапию как можно скорее, чтобы контролировать это иммунопосредственное осложнение, у которого, к сожалению, потенциальные риски очень высокие. Коллеги, некоторые другие осложнения более редкие, и я тут остановлюсь на панкреатите. Это редкое осложнение, как мы его диагностируем, а вот здесь нам пригодится амилаза-липаза. Зачем мы их делаем? У пациента заболел живот, и непонятно, что это, колит или какой-то панкреатит. Мы сделали УЗИ или катебрышный пульс из контрастов. Мы видели, что поджелудочная железа неоднородна, какие-то секвестры жидкости. Мы провели при необходимости дополнительную диагностику, назначаем иммуносупрессивную терапию, контролируем это состояние. Коллеги, про миокардит вам рассказали подробно, но я хочу остановиться на чем. ЭКГ мы делали в начале, до иммунотерапии ЭКГ. В первую очередь страдает проводящая система сердца, не только сердечная недостаточность. Мы замечаем ее как нарушение ритма сердца, нарушение проводимости, в том числе и остановка сердца. То есть действовать нужно быстро. Если с пациентом что-то не так, если ритм гуляет, мы привлекаем дополнительные методы, мы делаем эхо, мы делаем разные анализы, мы привлекаем кардиолога, мы быстро принимаем меры. Про неврологические осложнения вам также подробно рассказали, что в наших силах, помимо консультации невролога, это МРТ специфических зон с контрастом, это исключение инфекционного или паранеопластического синдрома. И посмотрите, я выписала список анализов, обследований, но это сложный большой список. Конечно, нужно к неврологу, специалисту обращаться, чтобы сузить поиск диагностический до нужных необходимых обследований. Лечение надо начинать как можно скорее. Коллеги, я пользовалась рекомендациями РУСКО, которые вот как раз недавно обновились. Скоро будут минздравовские рекомендации по практическим рекомендациям, как контролировать, как обследовать пациента во время иммуно-онкологической терапии. Но также я обращалась к рекомендациям NCCN, многостраничный документ. К нему, пожалуйста, тоже обращайтесь. Там очень все подробно. ЭСМО, кратко, но точно. Чем больше используйте источников информации, тем больше подтверждения для своего мнения, для своего диагностического поиска вы сможете приобрести. Я хочу подчеркнуть, что мы лечим пациента своевременно, мы лечим пациента правильно, но нам нужно сначала выявить это осложнение. Мы должны активно мониторировать, мы должны выявлять, мы должны лечить. И в таком случае мы добьемся успеха. Благодарю вас за внимание. Если есть какие-то вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Спасибо большое.